Если вы очень любите сырники, но простые уже изрядно надоели, сделайте такие, не пожалеете, получаются они вкусными, с ароматом черемухи, угощайтесь. Эти сырники выглядят не совсем обычно за счет муки из черемухи. Если хотите, чтобы аромат был сильнее, увеличьте количество черемуховой муки. Сахар корректируйте под свой вкус. После замеса творожной массы, дайте ей постоять немного, чтобы манка набухла. Начинайте жарить сырники на разогретой сковороде. После закрытия крышкой, уменьшите огонь до минимума. Приятного аппетита! В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Положите в чашу творог, сахар, яйцо, манную крупу и черемуховую муку. Перемешайте до однородного состояния. Насыпьте в другую чашу муку, сформируйте сырники и обваляйте в муке. Разогрейте сковороду с маслом, положите сырники, накройте крышкой и жарьте в течение 5 минут, снимите крышку. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Переверните сырники и обжарьте до готовности. Подавайте сразу. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Творог жирный, 500 грамм. Манная крупа, 50 грамм. Мука черемуховая, 1 столовая ложка. Сахар, 100 грамм. Яйцо куриное, 1 штука. Соль, по вкусу. Мука, 3 столовые ложки. Масло растительное, по вкусу. Количество порций, 5. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!